если говорить о внешнем виде, то владелец этого авто остывает, кстати. При том, что я его заглушил. Турботаймер. И турботаймер работает, то есть он остужает машину, потому что она была нагретая, турбина очень горячая, и вот сейчас остужается. Тоже классная тема. Значит, что будет делать владелец по этой машине? Так как эта машина выглядит практически идеально уже с завода, да, то он много не будет делать. Он приклеит здесь такую нижнюю губу просто и поменяет еще тормоза дисковые на вентилируемые. Обратите внимание на эти роторы. Они просто огромные. То есть это вам дает возможность полноценно тормозить этот автомобиль, потому что он не такой уж и легкий. Он не сильно и тяжелый, но не такой уж и легкий. Данные я укажу. Но посмотрите на вот этот суппорт. Шестипоршневой суппорт. То есть 6 поршней давят на вот этот тормозной диск. Очень классно. Задний, допустим, если взять задний, да, то задний не такой большой, но зад у нас не тормозит. Он там тормозит немного, но на него приходится, вроде, насколько я знаю, это около 30%, не больше. Поэтому тут не требуется такой большой. По выхлопу. Выхлоп у нас оригинальный, то есть он полноценно работает, здесь нет никаких заглушек, и при этом он открывается. То есть, если вы включаете режим спорт, у вас сразу же открывается, получается, выхлоп на полную. То есть, все 4 патрубка начинают работать. И нет такого, что вот как сейчас многие производители делают, да, это они оставляют, вот как Toyota Camry даже, которая у меня была, да. От завода получается, насколько я помню, наружная, кажись, заглушена просто, она для вида, а внутренняя открытая. Поэтому все переделывают, потому что это некрасиво смотрится. Причем через время ты видишь эти потеки черные, да, а на той, которая не работает, там просто ничего нет. И вот Audi делает полноценно, то есть 4 патрубка, и все 4 будут вам давать выхлоп. Давайте откроем капот и взглянем, потому что постоянно люди жалуются, что капот я редко открываю, техническую часть мало рассказываю. Так вот сейчас расскажу. V8. И от завода, получается, имеем 450 лошадок. Для того, чтобы вам сделать Stage 1, вам достаточно просто взять и установить новый софт. То есть вам не надо там ничего переделывать, не надо даунпайпы и так далее. Первый Stage, он самый простой, здесь его делают даже у дилера. Ты можешь приехать в дилерскую, тебе сделают Stage, но, насколько я помню, тебя снимают с гарантии. Вроде так. Это, конечно, уменьшает ресурс автомобиля, но это дает вам гораздо больше мощности. Из 450, да, у вас уже там подрастает до 550-580 примерно лошадок. Я вам что хочу показать из этого, я не буду сильно углубляться в техническую часть, да. Здесь неимоверные ньютон-метры, то есть вот это ощущение, когда тебя толкает, да, это очень приятно. Что классно здесь, вот что мне понравилось, что турбины расположили между цилиндрами. То есть вот здесь вот сверху. Если снять кавер, да, то мы увидим, и погреться заодно можно, то мы увидим, что турбины расположили сверху, то есть между цилиндрами. Вот тут у нас цилиндры, а вот турбины. Одна турбина, вторая. То есть это V8 Twin Turbo. Невероятно классный двигатель. И у вас все наверху, то есть вы можете посмотреть, как это все расположено. Конечно же, если вам нужно добраться до двигателя, вам надо это все снимать. Но я что еще хотел сказать, это то, что этот двигатель очень надежный. То есть он зарекомендовал себя, и отзывы о нем очень хорошие. Но это немец. Не забывайте, что если вам придется его ремонтировать, то вам это выльется в копейку. И, конечно же, лучше, если вы сами умеете что-то делать, да, и у вас руки растут из нужного места, и вы можете себе спокойно поковыряться в машине и сделать часть каких-то работ самостоятельно. Если же вы обладатель какими-то неимоверными деньгами, да, то тогда, допустим, вы можете обслужить это, конечно, и в сервисе. Но, допустим, здесь в Америке такие любители, как я, мои друзья, да, мы любим ковыряться сами в машинах, поэтому делаем в основном все сами. У этой машины, с учетом того, что у нее, ей уже 6 лет, у нее пробег всего лишь 5000 миль. Хотя этой машине уже 6 лет. Посмотрите, как она выглядит. Это просто идеальный автомобиль. Причем он подходит под мой сегодняшний стиль.
Смотрите, как здесь расположила Audi камеру. Ее почти не видно, вот она. И тут же у нас адаптивный круиз-контроль. Он спрятан здесь, дополнительных фар. И тормозная система, которая тормозит, которая работает вместе с адаптивным круиз-контролем. Посмотрите, как это все спрятано. Все элегантно. Это элегантный автомобиль, это элегантный спорт-седан. Если честно вам сказать, я, как человек, который еще пока не может определиться, какая будет его следующая машина, проехав на этой машине, я реально загорелся тем, чтобы приобрести себе такой автомобиль. Сразу ощущение, что ты едешь в бизнес-седане, в бизнес-спорт-седане, потому что по ощущениям сразу понимаешь, что это спорт-седан. Если мы посмотрим на управление климат-контролем, здесь все стандарт, подогрев сидений. Но если взять по ощущениям, то, конечно, ты сразу чувствуешь, что этот седан очень тяжелый. И ты ощущаешь прям, что он именно спортивного характера. То есть это не какой-нибудь там седан, где ты сел и ты прям плывешь, да. Нет, сразу чувствуешь, что вот прям машина, она будет рулиться, она будет ехать быстро. Все именно об этом нам говорит. Мощность этой машины получается, именно сам торк, да, то, что вот нас толкает, 650 ньютонов. Ньютонов? Or... No, foot-pounds. Foot-pounds. What about newtons? I don't know. Yeah, you're fine at 150. You could 54. Go straight. You could punch it now. Be careful. Okay. You gotta make a left over here. Hit the brakes, hit the brakes, hit the brakes, hit the brakes. Brakes, 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 yeah. Punch it. Wow. Это прям хорошо идет. Make it right? Это ощущение просто вот не передать словами, это надо ощутить. Этот звук выхлопа, это ощущение, когда вы продавливаете педаль газа, да, и потом кикдаун срабатывает, да, и вы улетаете просто вот. Ух, меня просто вдавливает. Watch out, there's a big turn coming up. Well, not that big. It handles good, but it's heavy. Ух, вообще огонь. 100. Тулит вообще классно. Yeah, самое интересное, что вот это воспроизведение постоянное, да, того, что вы чувствуете мощность, оно у вас вызывает только желание того еще раз нажать на эту педаль. И еще раз, и еще раз. У меня аж стекло вспотело. It's got brakes, right? Good brakes. Yeah, very good brakes. We go straight? Yes. Careful, it might spin. Вот так она наваривает. Причем полный привод вот в повороте, да? The tires are summer tires, so. Ну, мы на летней резине, сейчас зимой, это не очень хорошо, конечно. Но по ощущениям, я вам скажу, за счет того, что полный привод, конечно, я даже не чувствую, что я на летней резине. Вот я не чувствую, что у меня получается... О, это был мой дрон. Он упал. Это постоянный полный привод. Здесь нельзя отключить передний привод. Да? Если говорить о отделке, то, конечно, тут придраться не к чему. Потому что здесь настоящий алюминий, настоящий карбон. Здесь именно настоящая кожа, которая мягенькая, которая качественная. Именно в этой машине, да, потому что это немецкий производитель, вы получаете вот полный комплект за те деньги, которые вы платите. Я считаю, что Audi на сегодняшний день делает невероятно классный дизайн снаружи. Окей. Да, тут встречаются очень часто, тут в таких вот сельских дорогах встречаются очень часто животные всякие, поэтому очень надо внимательно, если ты даешь даже газу там, да, где-то, то лучше смотреть вперед. Включаете режим комфорт, допустим, вы не будете слышать, когда отпускаете газ, я отпустил газ, и вы не слышите выхлоп. Но если вы, допустим, включаете на динамик, да, спорт, получается, вы когда дали газ, потом отпустили, у вас слышно выхлоп. То есть в режиме комфорт вы ездите абсолютно спокойно, то есть у вас
нет вот этого спортивного такого характера, он не вырывается наружу. Вы можете спокойно себе передвигаться в обычный день, если вам не хочется наваливать. Значит, вы просто едете вот спокойно, мягкая подвеска, тихий выхлоп. Все, захотели, допустим, спорт, включили на динамик, дали. Хотя, допустим, если даже дать на комфорте газу, да, то выхлоп мы слышим, но он не такой басистый просто, он немножко ниже, потому что выхлоп закрывается и открывается. И вот это вот именно тот кайф, что когда вам нужно погромче, вы сделаете, что будет погромче выхлоп. Когда вам не нужно, вы сделаете потише. И этот звук, он именно такой сочный. Пневмоподвеска, видите, вот она в опущенном состоянии у нас. Пневмоподвеска — это тоже отдельная тема, потому что кто-то любит, кто-то не любит, но свою функцию она выполняет, что немаловажно. Вот видите, она поднялась. Когда мы двигаемся на высокой скорости, она опускается, что дает нам управляемость невероятно. Слышите, какой приятный звук? Это можно слушать вечно. Что хочу еще показать, так это вот. Видите, как все. Нажал. Хотим открыть экран, допустим, если хотим спрятать, спрятали. Хотим открыть, вот, пожалуйста. Красиво, все элегантно. Если вам мешает, допустим, можете нажать спрятать. Это вот Audi, да, то есть вот Audi, она вот, заметьте, посмотрите сюда, да, карбон, алюминий, все это хорошо сделал. Смотрите на лепестки, да, лепестки у нас тоже алюминиевые, не просто там какие-то там черненькие сделаны, нет, они алюминиевые, красивые, стильно смотрятся, здесь все стильно смотрится. S6 вас всегда радует. Память сидений, два положения получается, закрытие-открытие дверей, понятное дело, регулировка зеркал, стеклоподъемники, автоматически все. И открывание багажника. Конечно же, есть адаптивный круиз-контроль, управляемый им здесь. Там вообще такой сложный джойстик. Здесь у нас получается кнопка старт-стоп. Вот здесь. Я не знаю, почему они вывели сюда, но не сюда, no, не сюда. I don't like it right here. И вот владельцы, да, этих машин, они не любят то, что она находится здесь. Ну, могли бы здесь по центру сделать. Здесь, здесь, здесь. Но не здесь. Я не знаю, почему так Audi решила. Сидишь в автомобиле, ты не скажешь, что это автомобиль там 16-17 года. Не скажешь. Но когда видишь навигацию, то скажешь, конечно. Потому что вот, ну, они вот так вот сделали, такой простой. Конечно же, сейчас уже новые Audi, там уже у тебя дополненная реальность, мониторы здесь и так далее. Но суть этих автомобилей S, RS как раз в том, чтобы наваливать, ехать быстро, получать удовольствие от вождения. То есть в этом вся суть. И поэтому это вот. Вот. Вот для этого покупается S6, для этого покупается RS6. Итак, давайте взглянем на этот багажник. Там вон сиденье опущено одно, да? Посмотрите, он огромен, то есть вам далеко не всегда придется опускать сиденье, чтобы разместить здесь груз. Я так подразумеваю, сюда залезу два больших чемодана или четыре маленьких. Если сложить вот одно сиденье, то, конечно, у нас получается еще больше места. Вот. Все хорошо отделано, то есть у нас здесь сеточка есть, да? Все красиво. Здесь тоже обшивка есть. Вся. Багажник не закрывается. У нас кнопки. Кнопки нет. Все вручную. Но это такое уже. Дальше у нас есть вот такие вот для крючков. Видите, металлические специальные кольца, которые мы можем просто использовать для того, чтобы груз закрепить какой-то. Bose, это получается аудиосистема, это усилитель. Вот тут он спрятан, если кому-то будет интересно.